Конечно, всем надо понять, что вам абсолютно точно рано или поздно необходим будет принтер. Причем лучше, если это будет обыкновенный лазерный принтер. Потому что, помните, когда время-то началось лазерных принтеров, оно началось достаточно давно. И всем бы уже хотелось и струйники, и цветные приобрести. Но не это факт. А качественные лазерные принтеры кто производит? А кто продает, а кто их обслуживает? Так вот, самые лучшие и самые качественные лазерные принтеры вам предлагает корпорация SLM, которая располагается здесь, на Куйбышева 22, и на улице Ворошилова 17. Что это за принтеры? А это вот такие принтеры. Мы сейчас вам покажем, как они замечательно работают. Вот по сути, как должно было получиться. Купил офисную технику и начинаешь попадать на бабки. То есть влетаешь в дорогущие материалы, и честно, вся офисная техника изначально и сейчас выкачивает ваш бюджет. Но не тут-то было, и дело даже не в Магнитогорске. Не каждому и дано раскручивать все то, что копируют и сканируют. Но вот компания SLM делает это уже 20 лет. Причем она разбирает все копперы и восстанавливает их. Кстати, восстанавливают и компьютеры, ноутбуки и планшеты. Причем, вы знаете, собирает и свои картриджи. И то, что призвано высасывать у вас деньги, деньги-то вам и приносит. Я не буду вам объяснять, но опыт очевиден. Все принтеры рано или поздно проходят через умелые ручки. Но ручки-то умеют и следующие. Они сегодня, сейчас научились вам показывать суперобразцы. И вот они, супер и мега принтеры по вполне адекватной цене. При этом важен результат. Небольшие, но сверхнадежные агрегаты подарят вам замечательную печать. И если честно, то факт следующего ремонта, и это далеко за гарантийный срок. Правда, если вы не будете печатать все и вся. Нормальный принтер должен быть у каждого. Но мы как-то с вами говорили, и вы объясняли, что не все принтера, которые продаются в розничных сетях, они нормальные, рабочие. Так ли это? Потому что принтер должен отвечать целому ряду качеств, как, например, себестоимость печати, как простота в эксплуатации, ну и уже в последнюю очередь цена. Потому что если отталкиваться только от цены, можно очень хорошо обжечься. Потому что мы практически ежедневно наблюдаем картину, когда приходят люди, у них принтер, не начав работать, уже начинает из них просто сосать деньги. Вот мы предлагаем технику, которая довольно долго и хорошо работает, стабильно. Что это за техника? Мы вот сейчас покажем, как она работает. Она печатает, она принтует, ну, в смысле, она как Xerox работает, копирует, да. И потом она может еще и двухстороннюю печать делать. Да, это очень удобная техника. Это японский производитель Kyocera. То есть мы являемся их представителями. Вот у нас сервисные инженеры обученные. Вот даем свою гарантию без каких-либо подводных камней. То есть реальную. Ну и цена, в общем-то, достаточно конкурентная у этой техники. Я еще вижу, что гарантия это еще на каждом принтере от фирмы SLM. Да, то есть мы даем гарантию без какой-либо привязки ко времени, только по счетчику листов. То есть нет такого, что год гарантии или два года. То есть какое-то количество листов дается на гарантию, и, пожалуйста, растягивайте насколько угодно. Понятен и неоднократен результат. Я купил себе и струйник по наводке SLM. А затем купил здесь лазерник. Счастье, полные штаны. Фоток да столько-то и не было. Удовольствие да обалдеть. И прихожу я только сюда. Конечно, я бы и раньше показал, но сегодня это небольшие размеры. Бесшумная печать. Есть даже вариант напечатать на два листа. И цена-то, ах! Но вопрос к сетевикам. Зачем вы продаете то, что не принесет клиенту ничего, кроме страдания, а? Так ведь-то неправильно. Кстати, для тех, кто понимает суть компьютера, или кто хочет пронять про копперы, про сканеры, про факсы, да вы зайдите к тем, кто их ремонтирует, и узнаете результат. Да и, кстати, самый лучший результат в компании, которая 20 лет занимается на рынке копперов. А это SLM на Куйбышева 22 и Ворошилова 17. И мы вам говорим, кто правильно работает. А правильно работает только компания SLM. Потому как я ездил к другим товарищам, но другие товарищи не работают на телевидении. Возможно, где-то там они рекламируются. Возможно, это будет и газеты, возможно, это будут журналы, возможно, это будут листовки в подъездах. Ну, не зря. SLM работает правильно, потому что только телевидение вам показывает лазерные принтеры, как они хорошо работают, да? Вот. А кто еще вам это покажет? Да никто больше.
Где компания SLM располагается? Она располагается на улице Куйбышева 22 и на Ворошилова 17. Но она не только ж продает вам лазерные принтеры, они полностью занимаются обслуживанием. Любая техника, практически любая техника делается здесь.